Двукратный бронзовый призер России по легкой атлетике Амиран Русманашвили вспоминает. Прыгать научился раньше, чем ходить. Сейчас он один из лучших спортсменов в тройном прыжке. На первенстве Самарской области выступает в двух дисциплинах. Прыгает в длину и бегает 60 метров. Короткая дистанция помогает ему дальше улететь в тройном прыжке. Легкий атлет готовится к первенству страны. Мне тренер говорит, чтобы я 60 метров пробегал за 6,7, 6,8. Мы сейчас улучшаем бег, чтобы от бега зависит прыжок. И в тройном прыжке я должен прыгнуть за 14,80 на первенстве России. На России результат будет выше. Это все-таки эмоции, большая арена. Кинельским легкоатлетам на первенстве Самарской области выступать тяжело. У них в городе нет специального крытого комфортабельного манежа для тренировок и выступлений, как в Самаре. Заниматься приходится круглый год в парке. И только раз в неделю спортсмены приезжают во дворец спорта на физкультурный. Поэтому показатели ниже среднего. В команде только разрядники. О мастерах спорта тренер Александр Татаренков только мечтает. Хотелось бы выполнять хотя бы кандидатский норматив и попадать в сборную Самарской области. Бежать на соревнованиях либо в манеже, либо улице – это разные вещи. Кому-то легче в манеже бежать, кому-то легче на улице. Кто-то на улице раскрепощается и показывает лучший результат. На кого-то давят виражи, и это им тоже становится тяжело. Вот тут каждый, все индивидуально, кому где как лучше получается. Первенство Самарской области по легкой атлетике собрало под крышей 400 спортсменов. Со всех городов и райцентров губернии. Бежали 8 дисциплин. Короткие и средние дистанции с барьерами и без. Эстафету 4 по 200 метров. Прыгали в высоту и в длину, толкали ядро. Юноши и девушки от 10 до 20 лет. Есть у нас, конечно, талантливые именно юноши, которые сильные, которые уже показали себя на первенстве ПФО, которое было неделю назад, и, естественно, которые были в том году, юноши, которые выступали, призеры России, они тоже готовятся к официальному старту, все. Отбор мы здесь производим. Победители первенства Самарской области поедут на 2 первенства страны. Соревнования пройдут в Новочебоксарске в конце января для юношей, а юниоров ждет Волгоград в начале февраля. Мария Елчан, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.